Городская схема движения изменится. В Красноярске строят сразу несколько новых транспортных развязок. Дорожники намерены максимально разгрузить улицы Шахтеров и Взлетную, а Краснодарскую соединить с Вороново. Когда по новым магистралям можно будет проехать с ветерком, выясняла Надежда Семендяева. Меня волнует шумоизолирующий забор. Будет ли вот здесь осилень какая-то, сквер? Будет? И сквер, и шумоизолирующий экран – дело уже решенное. Выездное совещание по дорогам мэрия проводит вместе с жителями улицы Краснодарской. Здесь строится одна из самых больших развязок Советского района. Дорога, которая соединит Краснодарскую и Вороново, пройдет рядом с многоэтажкой. И учитываются все мнения горожан. На основании этого вносятся корректировки и принимаются решения. Сквер у развязки точно появится. Мне нравится, что он разговаривает с людьми, что он прислушивается. Дорожное строительство на Краснодарской пройдет в два этапа. В этом году будет заложено основание дороги, а в следующем появится асфальтовое полотно. Развязка будет эксплуатироваться для транзитного движения транспорта и будет призвана также разгрузить дороги Советского района. Поэтому Эдхам Акбулатов сегодня потребовал от дорожных строителей ускориться и сдать объект раньше срока. По данному объекту можно говорить о сокращении сроков ввода в эксплуатацию. Первоначальным проектом предусмотрено завершение всех работ в 2014 году. Но я думаю, что существует реальная возможность поставить задачу о завершении работ в 2013 году. Рядом с новой магистралью будет вся необходимая инженерная инфраструктура. На особом контроле стоит благоустройство полотна. Такое же пристальное внимание чиновники сейчас уделяют строительству новой дороги на улице Взлетная. Здесь строится трасса, которую напрямую соединит Покровку и Взлетку. К услугам водителей будут две полосы в одну сторону и две полосы в другую. Дорогу, к радости автовладельцев, откроют уже в августе. Красноярцам придется привыкать к новой схеме движения. Например, вот этот старый перекресток закроют, а все движение будет осуществляться вот по этому новому пересечению. Новые дороги прослужат красноярцам 10 лет и более, пообещали в управлении капитального строительства. Весь процесс от укладки основания дороги до асфальта будут контролировать специалисты. Есть специалисты, которые конкретно отвечают за строительство и соблюдение технологии. Есть заключенные договора с независимыми лабораториями, которые проверяют, отбирают то, что требует лабораторных испытаний. Образцы берут по результатам этих испытаний лабораторных. Мы судим о качестве уже дорожной одежды. Красноярцы могут обращаться в управление капитального строительства города и вместе участвовать в контроле над ходом работ. Надежда Семендяева, Валерий Чащин, 7 канал, новости 24.